Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости. Певица сменила имидж к лету. Кристина заинтриговала поклонников, выложив в сторис свое фото, которое закрывает эмоции. Поклонники стали гадать, как изменила имидж певица. Высказывали предложение, что она стала брюнеткой, очень коротко постриглась или даже сделала химию. Но не угадали. Стилисты сделали Кристине каскадные каре и густую челку. В итоге певица стала выглядеть как девочка. Такая прическа омолаживает на 10 лет. При этом свой фирменный блонд певица не стала трогать. Кстати, ряд стилистов раскрыли секрет фирменного платинового оттенка Орбакайте. Они сказали, что блонд певицы делали желтым подтоном, и тогда при свете софитов она выглядит идеальным платиновым. Вообще Кристина не склонна к экспериментам и фанат классики, а парикмахеры говорят, что она самая спокойная клиентка, которая никогда не скандалит. Она четко говорит, что ей нужно, и не вмешивается в процесс преображения.